болезнь неизлечима. Как гипертония, азарт и наслаждение — это есть моя стихия. И невозможно вывести его из организма. Волейбол — то самое, что движет моим механизмом. Каждый день в спортзале я провожу свои часы. Мой мир — это площадка, эти вечные белые полосы. И никогда меня не предавал лишь этот мяч. В моих руках он оживает и становится горячим. Моя семья — это команда. Ирина — мой второй отец. Меня он взял и воспитал, когда я был еще юнец. Я благодарен всем, кто сделал из меня бойца. И пока не вижу я в лице ни одного подлеца. Меня мировая страсть к этому спорту. Я не повернусь назад и не пошлю всех к черту. Я буду биться до конца на зло другим командам, пока наши руки не прижмут всех их канатов. Здесь все так в жизни, кто-то пробивает блок, кого-то бросает, кто-то принимает удары, кого-то подхватит, и бывает нужно взять здай-аут, послушать наставления и ступить опять в эту борьбу. И принять нравоучение бывает очень больно, бывает до истерики. Но важно не сорваться в результате полемики, встать с колена, зайти опять на площадку и выявить всех тех, кто сделал не по порядку. Моя жизнь имеет имя волейбол. Есть те, кто на вершине, и те, кто смотрит в пол. Мой мир, мой дом, и в общем мое все. И те, кто вместе с нами туда же занесен. Моя жизнь имеет имя волейбол. Есть те, кто на вершине, и те, кто смотрит в пол. Мой мир, мой дом, и в общем мое все. И те, кто вместе с нами туда же занесен. И перед это предвкушение перед игрой, когда за час до начала ты с мыслью одной — победа. И наша игра, которая объединяет, те лица и те звуки, которые вдохновляют, те до навала заполненные залы, те судьи, которые бывают часто неправы, те уже до боли сбитые кроссовки, которые не знают, как не прыгать и что такое остановки. Я попытался передать вам ту атмосферу нашей бесконечной игры и нашу карьеру. Я не буду писать я уже всякую ерунду, просто скажу вам: добро пожаловать на игру. Моя жизнь имеет имя волейбол. Есть те, кто на вершине, и те, кто смотрит в пол. Мой мир, мой дом, и в общем мое все. И те, кто вместе с нами туда же занесен. Моя жизнь имеет имя волейбол. Есть те, кто на вершине, и те, кто смотрит в пол. Мой мир. Виталий, вы как один из главных организаторов Висагинского турнира по волейболу, что можете сказать об этом турнире тем зрителям, которые ни разу не были в зале и ничего не знают об этом? Турнир проходит уже третий год. Собралась группа инициативной молодежи, и при помощи самоуправления господина Некрошеса мы проводим этот турнир. С какими трудностями вы сталкиваетесь? Трудностей нет, не хватает желающих заниматься футболом. А сколько команд участвует в турнире городском? Первый год было 4, второй год было 12, в этом году 5, к сожалению. Вот. А в следующем году надеемся увидеть больше. Какие цели и перспективы вашего турнира? Цели, перспективы? Перспективы. Думаем развиваться и создавать секцию волейбола в городе Висагинске. Набирать молодых людей, которые желают заниматься, школьников, которых всегда ждем. А как они могут найти вашу секцию, связаться с вами? Есть в социальных сетях, на Фейсбуке и ВКонтакте, которые сейчас популярны. Есть группа «Волейболисты Висагинска», и там всегда можно связаться. А занятия в вашем клубе платные, бесплатные? Как часто? На данный момент бесплатно, 2 раза в неделю. Какого возраста принимаете участников? От 14 и старше. Могут ли девушки прийти в вашу группу? Ну, с девушками, к сожалению, ситуация немножко сложнее, потому что они не могут организовать. По каким дням происходят тренировки? Суббота, воскресенье. Суббота в 4 и воскресенье в 2 часа дня. Расскажите коротко о результатах сегодняшнего дня соревнований, промежуточно. В финал вышли одна висагинская команда «Юниор» и «Рокишки» с «Великой». А остальное... Ну, пока желаем вам удачи в финале. Спасибо. До новых встреч.
mistakes.